А вот зато Это хорошо. вот. Это хорошо. Как здорово, как это хорошо пусто, что пусто. Ага. И вот если вот это вот все взять замазать вот так вот, прямо так, взять по матерам, Ага. все равно будет потрясающе интересно. Может, даже лучше пусть. Может, лучше будет. Но это уже современный, как бы, взгляд. Ну, а с другой стороны, И там смешные эти штучки, вынос из этого туда. Ага. Но дверь сделана, все эти леночки пишут. Вот когда рисует модели у нас, то фон рисует так вот, там как какой-то мольберт, они так вот проводят линию. А толщина мольберта никто не хочет. Вот он ощущает вот микронный рельеф вот этой двери. Он его просто вот так щупает пальцем, подушечка. Даже странно, что не по характеру. Он же безобразник, игрок. Как он еще? Бабник. Женолюб. Безобразник был, жуткий был. Охотник. И охотник, А с другой стороны, вот если не хочется ли там впасть в какой-то экспрессионизм и наоборот там навалять. А у него есть экспрессионизм, он где он может себе позволяет, у него есть. Но он честно, он стул, как вот он, как он стул сделал. Он ее пропустил, он его утопил вот он в скатерти, утопил. Он не лезет сюда, в стул. Вот эти дурочки все вот эти, вот эти. Он же все обсосал. Не вот не старательно обсосал, а прожал. Он так вот прям пальчиком продавливал их, обрисовывал. Ну, это немножко такая русско-турецкая война.